Это тебе не картошку варить. А что картошка? Ты думаешь, картошка это так вот просто сварил и съел, да? Не тут-то было. Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? Ну сколько? Жареное и пюре. Да? А ну считай. Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай. Это и что такое? А это такими стружечками жарится в кастрюле в кипящем масле. Это я ну ем. Так бы и говорила, а то пай. Ну и все. Нет, не все. Пожалуйста, картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметаны и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черной сливой, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой, отварной с укропом, шанги. Это что это такое? Ой, это я, братцы, знаю, это бульки такие, объедения. Точно, это только блюда из картошки.